Всем привет, меня зовут Карина, и вы на канале Баранки Гну. Сегодня я покажу вам рецепт творожного печенья «Треугольники». Для приготовления нам понадобится 200 грамм охлажденного сливочного масла, 200 грамм творога, 270 грамм муки, 2 желтка, 2 столовые ложки ледяной воды, 150 грамм сахара для хрустящей корочки и чайная ложка корицы по желанию. Для начала просеиваем творог, для того, чтобы большие крупинки не попадались нам в тесте. Творог желательно выбирать сухой и зернистый. Вот такая миска у нас получилась. В отдельной миске с мукой натираем масло на крупной терке. Масло при этом должно быть очень охлажденное. И старайтесь делать это как можно быстрее, чтобы масло не успело начать таять. Перетираем муку и масло в крошку. Добавляем творог. Хорошо перемешиваем. Добавляем желтки. И наливаем воду. Все объединяем до однородности. Я это делаю при помощи ложки для того, чтобы лишний раз не согревать тесто. Теперь перекладываем его герметично в пакет или пищевую пленку. Расплющиваем для того, чтобы оно легче охладилось. И ставим в холодильник на 1,5 часа, либо же на 15-20 минут в морозильную камеру. Спустя указанное время достаем тесто из холодильника или морозильной камеры. Присыпаем поверхность стола мукой. Кладем охлажденное тесто. Также поверх него присыпаем муку и раскатываем в пласт до толщины 2-3 мм. И вырубкой диаметром 9 см я вырезаю круги. Размер можете варьировать самостоятельно. Оставшееся тесто собираю в ком и также убираю в холодильник. Его впоследствии тоже будем раскатывать и готовить печенье. Вот такой толщины получились кружки. В сахар добавляю корицу. Я взяла коричневый сахар. Кладем печенье на сахар, обваливаем его с одной стороны, поднимаем и складываем сахарной стороной вовнутрь. Снова обваливаем одну сторону и складываем в четверть, также сахарной стороной внутрь. И треугольник обваливаем только с одной стороны, поворачиваем его и укладываем на противень сахарной стороной кверху. Таким образом готовим все печенье. Укладываем его на противень на небольшом расстоянии друг от друга. К этому моменту духовка уже должна быть хорошо разогрета до 170 градусов. Выпекаем до золотистого цвета примерно 20-25 минут. Посмотрите, как они хорошо пропеклись и часть сахара немного вытекла на противень. Это означает, что мы были слишком щедры, когда обмакивали печенье в сахаре. Это печенье готовилось довольно часто в нашей семье, но без корицы. С корицей же мне нравится намного больше. Очень ароматное, мягкое и нежное. Понравится абсолютно всем. Я желаю вам удачи в приготовлении и до новых встреч!